встречайте новый состав наставников проекта «Голос». Мы не скажем, где тут правда, где ложь. Повернемся, и тогда ты поймешь, что будешь в голосе. Будешь в голосе, да. Не звезда ты пока, ну и что ж. Удивишься, брат, когда ты поймешь, что будешь в голосе. О-о-о, теперь ты в голосе, да. Если ты не больной, не смурной, если как-то дружишь с комовой, то будешь в голосе. Может быть, ты будешь в голосе, да. Если ты, друг, не хрипишь, не сипишь, а поешь, даже если ты спишь, проснешься в голосе. О-о-о, проснешься в голосе, да. Или огромный мегаполис, свой шаг в неизвестность, прыжок в пропасть. Бросить все, пойти за мечтой, не упустить свой шанс. Тысячи вариантов, лишь одна возможность. Музыка как стимул, музыка как сила. Музыка внутри тебя, и молчать невыносимо. Я хочу услышать твой голос, покори этот космос. Я не в голосе сегодня с утра. Я хотел свалить, но не пришла пора. И вот я в голосе, хоть я не в голосе, но буду в тонусе. Ведь все мы в голосе, а-а-а. Все будут в тонусе, пока мы в голосе.